Вчера вечером был снегопад. Снег шел всю ночь, прекратился только под утро. Но нужно сказать, что засыпало серьезно, потому что когда с утра сегодня я чистил машину, у меня ушло на это минут 10. Но вот теперь мы выехали на дорогу, чтобы посмотреть, в принципе, как дорожное состояние. И нужно сказать, что проезжая часть, вот основные дороги, они в городе видном чищены. И чищены, надо сказать, достаточно неплохо. Но стоило нам только свернуть на проселочную дорогу, мы как будто попадаем в другой город. Вот эта дорога ведет к стадиону «Металлург». Здесь не чищено совершенно. То есть, ну как-то машины примяли снег, и вот есть колеи, но то, что здесь не чистили со вчерашнего вечера, это очевидно. Хорошо, давайте так. Может быть, здесь только такая ситуация сложилась у стадиона «Металлург», а в другом месте, в других, скажем, дворовых территориях, она гораздо более радужная, и там почищено. Давайте съездим, посмотрим, почему нет. Вот едем по третьей радиальной улице. Ну, здесь, конечно, лучше бы ехать на санях. Но, к сожалению, машин еще с полозьями вместо колес не придумали. Ну, а так было бы в самый раз. Ну, вообще здесь сугробы, можно сказать. Да не можно сказать, а так и есть. Проспект Ленинского комсомола. Мы заезжаем в один из дворов. Я предлагаю остановиться, выйти из машины и так посмотреть, как здесь дело обстоит с уборкой снега. Смотрите, первое, что бросается в глаза. Вот он, снег. Чистый, белый, лежит как в лесу. Но дело в том, что это не лес, это дворовая территория. Здесь, на проезжей части, снег тоже не убирали. Да, он другого цвета, но просто проезжающие машины перемесили его. А так здесь не было ни грейдера, ни дворников. Это видно вот так, воочию. Давайте мы спросим у жильцов этого двора вообще, когда в последний раз они видели, чтобы здесь производились какие-то работы по уборке снега. Скажите, пожалуйста, когда в последний раз вы в вашем дворе видели снегоуборочную технику? Ну, в нашем дворе я не видела. Ни здесь не чистят, ни у тех домов не чистят совершенно, понимаете? Вот посмотрите, там невозможно проехать. Всегда я прохожу здесь, всегда вот так вот. Всегда не убрано? Да. Ни дворников, ни грейдеров, ничего? Нет, дворники есть, но, видимо, они не успевают. Они не успевают. А техника снегоуборочная? Я давно не видела. С ПЛК все понятно, сугробы. Мы сменили адрес, приехали на улицу Советская, и здесь та же самая ситуация. Дворы не чищены. Ну, дворы вообще не убирают. Спасибо. Если в том году, я говорю, мы гуляли как бы спокойно, а по крайней мере главные улицы они убирали. Сейчас даже главные не убирают с улиц. Никогда не убирались. То есть ни дворники, ни грейдеры? Никто. Возможно, не хватает техники, мое мнение. А вот как не хватает, вот едет техника. Вот едет техника. Рабочей силы не хватает. А техника едет, а дворы не убирают. Почему? Я не могу ответить на этот вопрос. Вот и мы не можем ответить на этот вопрос. Пока мы снимали здесь, на улице Советская, мимо нас проехало два грейдера. Но куда они ехали, остается большой загадкой. По району дежурили Илья Кремнев, Владимир Бижонов и Елена Кошелева.